В Санкт-Петербурге сейчас работает мой коллега Даниил Смирнов. Третий день траура. Репортаж из Петербурга. Опознание большинства будет происходить с помощью экспертизы ДНК. Здесь уже собрано около 60 специалистов со всей России. В самом городе приспущены государственные флаги. Прощаются с погибшими как в аэропорту Пулково, так и в центре города. Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге – это еще одно место поминовения погибших в авиакатастрофе. Люди сюда тоже идут непрерывным потоком, несут цветы и детские игрушки. Ночью не спишь, как это произошло все, как это... Дай Господь, чтобы никогда больше этого не происходило. Это ужасно. Наши семьи тоже ездили в Турцию и на Кипр. Ужасно. Друг, одноклассник моей дочери с семьей развелся. Поставил свечечки. Сейчас хочу положить им цветочки, игрушечку, ребеночку. Больно перед этими детьми, что мы взрослые не смогли сберечь. У меня очень много народу сейчас там отдыхает, и я очень переживаю за них. Даниил Смирнов, Матвей Трошенкин, Латвийское телевидение, Санкт-Петербург, Россия.